Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Тани из Англии. Хочу вам показать аттракционы. Какие аттракционы? Ну, они очень похожи, мне кажется, по всему миру. Просто погуляем с вами. Здесь очень шумно, поэтому я буду по минимуму комментировать и просто вам показывать. Но для детей, конечно, очень интересно. Такие интересные аттракционы, как попрыгать. Ну и взрослым-то интересно, а уж детям тем более. Такая прекрасная атмосфера праздника. Для маленьких деток. Такие паровозики. Тоже для более взрослых. Очень много людей, выходной сегодня. Все маленькие ребятишки здесь. Вот здесь так больше для подростков. Ой, столько шума. Такие аттракционы не очень страшные. В основном так для маленьких деток, для подростков. Но сейчас подростки вообще ничего не боятся. Но тут тоже для маленьких. Вот машинки. Но тут немного, да, всего лишь, по-моему, двое. Да, вот только в одной машинке двое. Ой, испугалась, девочка плачет, бедная, напугалась. Ну, маленький ребенок есть маленький, конечно, он может напугаться. А вот это уже, конечно, пострашнее аттракцион. Люди кричат. Вообще никого нет. Ну, всего несколько аттракционов, не так много, но приятно вот так вместе с детьми, вместе с семьей можно провести время. Кричат, здорово, радуются.
сейчас вот на этом аттракционе тоже поедут, уже подготовили. Или ждут, возможно, ждут кого-то. А, вот этот аттракцион поехал. А теперь вот, теперь этот тоже едет. А вот там вдалеке, да, вот там уже страшная горка, желтая такая. И вот это страшное, вот наверху. Это тоже страшная горка. Там такое, как внезапное падение. Вот такие аттракционы. Спасибо большое, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До новых встреч, мои дорогие друзья!